Всем привет, с вами Светлана, и сегодня у нас гид по каталогу номер 10 от Faberlic. Стартует потрясающая акция, в которой можно свой старый или новый крем, но не производителя Faberlic, обменять на те продукты, которые помечены вот таким вот значком в каталоге. В самом начале стартует потрясающая акция на туалетной парфюмированной водичке Aura. Так, пуртужур и пондюр. Мне очень понравился в пробнике аромат пуртужур, и по такой цене я буду его брать, потому что обычная цена его 1500. За 999 рублей минус скидка консультанта вообще получится здорово. Хорошая скидка на водички серии. Так, хорошие акции на вот такие туалетные воды. Дешевле они не бывают, кто ими пользуется, присмотритесь. Любой аромат всего за 399 рублей, либо из этой линейки, либо и то, и другое. На аромаманию всегда у нас скидочка. На мужские туалетные воды, любые две, всего за 599. Обычно у нас в каталоге представлена какая-то одна из этих вот по акции. Здесь, смотрите, если мы берем две, то получаем очень хорошую цену. Продолжая тему ароматов, мини-версии самых таких популярных ароматов. Это Инкогнито, Офиэрик Сенсуэли, Дона Феличи, Алена Ахмадулина. Даже здесь представлена Каори, розовенький променад. Они все за 249 рублей. Это у нас идет как бонус за покупку. Отличная цена и ароматы самые популярные. Хорошая скидка на помаду «Абсолютное увлажнение». Мне нравится эта помада своей стойкостью, поэтому кто не пробовал, присмотритесь. 190 рублей, 199 рублей она стоит в 10-м каталоге, и она довольно стойкая. Вот это мне очень нравится. Хорошее плотное покрытие и стойкость. Замечательная акция на туши. И здесь представлены самые-самые классные мои любимые, это Экспресс Волюм и объем по максимуму, потому что у них силиконовая кисточка, они по 169 рублей. Выбирайте, какая больше нравится. Это, в принципе, очень хорошая подборка, и есть из чего действительно выбрать. На геле для душа акция 85 рублей будет стоить каждый, если вы приобретете два. Я обязательно воспользуюсь этой акцией и возьму себе парочку про запас. На серию «Ля Крем» очень хорошая акция. При покупке двух продуктов действуют зеленые ценнички. Они у нас раньше были желтыми, сейчас почему-то в каталоге зеленые. За 99 рублей можно приобрести и шампунь, и гель для душа. Это очень хорошая акция. Тоже, наверное, воспользуюсь и возьму молочко для тела. Оно здесь, правда, по 129 рублей, но очень нравится мне молочко для тела из серии «Ля Крем». Оно нежное, и аромат вот этот вот именно с алоэ у нас идет линейка, потрясающий, очень нежный и вот именно летний. Линейка Витамания, которая покорила меня в прошлом заказе, а своим мистом для тела с ароматом манго и папайи. И здесь они опять по 79 рублей, и я обязательно возьму себе, ну не знаю, штук 5, наверное, потому что это потрясающий аромат, насыщенный, манго-манго прям, и он... Вот я сегодня им пользовалась, он держится на теле несколько часов, и мне это так нравится. Наверное, возьму даже гель для душа за 79 рублей тоже такого же аромата, чтобы усилить действие двух средств. Наши новинки серия Bloom, на них пока нет никаких скидочек, но у них и так достаточно бюджетная цена. Я делала обзор на сыворотку и крем для век, оставлю вам ссылочку на это видео внизу. Поэтому пока я новинки больше брать не буду, мне на лет точно хватит сыворотки. И смотрите, вот здесь мы можем уже увидеть, на что мы можем обменять свой старый крем не Faberlic. Вот, допустим, видите, желтый летний марафон обмена. И то есть мы маску детокс для лица с древесным углем можем взять по специальной цене. Так, только здесь у нас пока цен нету. Но, в общем, где вы видите вот такой желтый значок, там специальная цена. Вы приносите старую баночку или крем, который вам не нравится, но не от Faberlic, получаете продукт по скидке. Вот серия Асиул у нас участвует в этой акции. Видите, можно взять витаминный комплекс и получается крем-гель для лица со скидкой, принеся старую баночку крема. Также участвует у нас ночная маска тоже в этой акции серии Асиул. Мне она не пошла на лето, не знаю, я буду пробовать ее зимой, потому что жирный блеск. Серия Платинум участвует тоже в марафоне по обмену.
И также крем для лица Blur, который вообще потрясающий. Его можно использовать как сыворотку под свой основной крем, так и просто самостоятельно. Он выравнивает рельеф, поэтому я, возможно, какой-нибудь кремчик, если найду, конечно, потому что сейчас все в основном у меня Faberlic, обменяю именно на Blur. Серия Expert у нас участвует также в марафоне. Можно взять по хорошей цене восстанавливающие ночные маски, омолаживающие кремы, причем из каждой линейки, из каждого этапа. А также крем с моментальным осветляющим эффектом. Кто страдает пигментацией, это просто находка. Я не пользовалась, но слышала много положительных отзывов. Он помогает решить проблемы пигментации. Вот можно выменить и на такой продукт. Серия Expert тоже участвует в акции. Вот такая вот Retinol Pro, Retinol Light и Sculptor. Крем для лица и шеи, круговая пластика. Мне очень хотелось попробовать эти средства. На них тоже очень много положительных отзывов, но не сейчас, а скорее всего осенью. Хорошая скидка на мицеллярную воду Эксперт с красным крестиком. 229 рублей. Желтые ценники действуют при покупке двух средств. Эта мицеллярная вода для меня остается лидером Faberlic, потому что только она не щиплет мне глаза. Поэтому по акции я возьму, скорее всего, себе две штучки в запас. Она самая деликатная, очень хорошо снимает макияж и, главное, не щиплет. Наборчик Проэликсир у нас с мицеллярной водичкой и ночной крем идут тоже по очень хорошей акции. Я знаю много поклонников у этой серии, и я в том числе. Но мне пока достаточно уходовых средств. И практически, смотрите, вот все серии участвуют. То есть можно выбрать себе возрастной крем, поменять по хорошей скидке. Формула омоложения буду брать обязательно. Это хорошая цена, 129 рублей. И тоже у нас желтые ценники за любые два крема. Я возьму, скорее всего, их два про запас. Вот в прошлом заказе у меня был этот крем, и я осталась им очень довольна. Он супер питательный. С первой, как бы, помывкой рук или посуды он не смывается. Руки остаются ухоженными все равно. В каталоге стартует новиночка «Бережное очищение» эмульсия от серии «Weekend». Мне очень нравится эта серия, гораздо больше, чем ICU, я уже об этом говорила. И, возможно, я попробую, возьму эмульсию, а может быть и выменю, возьму увлажняющий гель для лица. Он идет у нас по марафону. Набор Axiology «Сияние». Я вам брать его пока не советую, потому что он оставляет на коже жирный блеск, но присмотритесь к этой линейке на холодное время года. Он прекрасно питает и спасает мою кожу зимой от шелушения, обветривания и так далее. Я вам советую взять кислородный баланс, хоть и на него нет акции, ночной дневной крем. И дневной замечательно матирует кожу, и это матирование держится несколько часов точно. Серия Ультра. Я уже набрала отсюда, в принципе, все, что только можно. Здесь и мицеллярная вода матирующая, тоник, и салфетки. И вы знаете, вот... Не матируют они совершенно. Мне не помогают. У меня летом жирная кожа, и не матируют мне ни это средство. Поэтому я больше брать не буду. Да, пользую, больше брать не буду. Думала, что на лето как-то хоть вот будет немножко жирность убираться с помощью серии. Это нет, ничего подобного. Может, у кого кожа посуше, тому как-то вот подойдет, или у кого есть какие-то проблемы. Серия для активных людей, смотрите, здесь тоже действуют у нас зеленые ценнички. При покупке двух средств можно получить скидочку. Летних средств я уже набрала, мы скоро отправляемся в отпуск. И что вам хочу сказать, у меня есть SPF 30 для светлой кожи, он позиционируется, вот он. Здесь он у нас за 399, а нет, это для детей. А для взрослых у нас SPF 30 стоит 449 рублей. Но я его брала тогда по скидке, он мне что-то около 300 рублей обошелся. И при нанесении его на тело он не лежит такой плотной пленкой, как многие солнцезащитные средства, и справляется со своей задачей просто на ура. Я использую его даже для ребенка. И никакого покраснения кожи нет. Загар легкий-легкий, еле видно. И сразу коричневый. Если видите, сейчас у меня нет тональных средств на лице. Это вот я много-много раз уже загорала с этим средством. И загар становится сразу коричневым, очень красивым. Никаких ожогов, никаких покраснений. Поэтому, кто еще не пробовал, возьмите обязательно. На серию для депиляции The Line у нас тоже акция. Можно взять два продукта по специальной цене. По зеленым ценничкам. У меня есть крем-гель после депиляции. И он мне очень нравится.
раздражение снимает моментально, справляется со своей задачей, советую. Мои любимые дезодоранты опять идут по скидочке, по 79 рублей. Я возьму себе из представленных, наверное, алоэ вера. Мне нравится этот дезодорант, сейчас у меня морская свежесть. Он справляется со своей функцией, на 24 часа для меня его хватает. Серия про ноги по 69 рублей. Любое средство. Из того, что представлено, я бы, конечно, выбрала, наверное, маску для ног. Она должна быть более питательной, потому что серия про ноги, про руки, они какие-то вот легенькие, все легенькие-легенькие. Конечно, на лето может быть, в принципе, нормально. И я и пользуюсь этой линейкой. В принципе, на лето хватит. В серии «Эксперт» я буду обязательно брать средства для интимной ежедневной гигиены. Это действительно хит продаж. Мое уже кончается. И здесь оно у нас без скидки за 229 рублей. Но тем не менее, оно мне очень нравится. Оно комфортное. И смотрите, у нас появляется новинка. Возможно, даже я попробую ее сначала. Это мусс для интимной гигиены. Он стоит 249 рублей. Мусс. Тоже он содержит молочную кислоту. И здесь уже 150 миллилитров, 249 рублей, а средство для интимной гигиены 200 миллилитров, 229 рублей. Поэтому не знаю, есть ли смысл брать новинку, как бы подумайте для себя сами. С хорошей скидкой концентрированная зубная паста 200+. Я именно такую не пользовалась, у меня сейчас Total Repel, но вообще вся линейка экспертовских паст очень достойная. Вот у нас стартует абсолютная новинка, это шампуни, бальзамы против перхоти с ментолом и с бамбуком. Два в одном, против выпадения для мужчин и против перхоти основной уход. Я так понимаю, что против выпадения именно для мужчин, почему-то основной уход для всех. Но мне хочется что-то попробовать из этой линейки и оценить. Вот смотрите, против выпадения с ментолом, основной уход с бамбуком. Дальше, зеленый чай, шампунь против перхоти, контроль над жирностью. Вот я его обязательно возьму, попробую. Вот такой зелененький с черным. И бальзам против перхоти с перитионом цинка. Вот я думаю, он как раз и подсушивает кожу головы. Очень хочется затестить, потому что волосы у корней опять начали жирниться. Так, а теперь у нас розовенький после, значит, против выпадения волос шампунь и бальзамчик. И здесь у нас во всей линейке объем 200 мл, а цена 149 рублей. В принципе, нормально. Очень бюджетная цена, и можно попробовать. Морские минералы у нас представлены против выпадения. Неплохие новиночки. Я возьму, скорее всего, вот для устранения жирности. Ребенок заказал у меня себе вот такую пасту кошка-манго. Они сейчас идут по скидочке. Кошка-клубника и кошка-манго по 69 рублей. Очень бюджетная цена. Воспользуемся акцией. Еще одна акция на аромат. У нас появляется лимитированный выпуск коллекции «Миниатюр». Вот в такой красивой коробочке. Здесь представлены ароматы «Бьюти-кафе», «Увиолет». Так, и какая у нас третья? «Флорет». Вот, в принципе, все ароматы три достойные. И такие миниатюрки взять за 499 рублей, в принципе, выгодно. Потому что, смотрите, вот одна у нас по акции 169 стоит. А тут целых три, и очень приятная коробочка. Можно кому-то подарить, дабы оценить ароматы. Стартует акция на парфюмированные дезодоранты по 109 рублей каждый. Многие любят, и многие покупают у меня их. Здесь почти все ароматы представлены. Можно выбрать свой по хорошей цене. Хорошие скидки на серию Vent Adventure. Это мужская серия. И при покупке двух продуктов действуют желтые ценнички. Это свежий аромат, летний как раз. И такие цены бюджетные, даже водичка большая, 50 мл по 629 рублей. Присмотритесь на подарочки своим любимым мужчинам. Хорошая акция на две губных помадки «Увлажнение в цвете» и «Сияние в цвете». Мне больше нравится «Сияние в цвете». Она очень увлажняющая, на лето очень красиво будет смотреться. Это сатин и глянец у нас. По 159 рублей любые два оттенка помады. На любой вкус и цвет можно выбрать и тот, и другой, и сочетать их даже. Бальзамы для губ по 79 рублей. Я не брала зелененький, но вот такой брать не советую, потому что летом он у вас растает. А хранить его в холодильнике я как бы не вижу смысла, это неудобно. Если вы берете его с собой на улицу, вот этот СПФ, он просто превращается в кашу.
Мыло для кухни у нас по 85 рублей, устраняющие запахи. Вот такие представлены ароматы. Мне очень оно нравится, я беру его всегда про запас. И по 85 рублей обязательно тоже возьму. Здесь нужно взять два, чтобы сыграла такая цена. Оно действительно устраняет запахи. Очень хорошая акция на стиральные порошки. Дешевле они не бывают. 279 рублей. Обычная цена их 299. И здесь опять же при покупке двух срабатывает такая скидка. Тоже, скорее всего, ей воспользуюсь и возьму себе про запас. Кондиционеры по 159 рублей у нас. Они бывают немножко дешевле, иногда и по 149. Но представлены, в принципе, самые приятные ароматы. На отбеливатель. Тоже многие его любят, я знаю. Скидка хорошая. По 279 рублей он. Дешевле тоже они уже не бывают. Редко-редко по 250. Для ванной комнаты, смотрите, по 139 рублей любые два продукта. Мне очень нравится гель для туалета и универсальное средство. Но я не пробовала ни разу антиналет, поэтому я, наверное, воспользуюсь акцией и возьму себе антиналет и повторю покупку геля для туалета, потому что он потрясающий и очищает все. У меня на канале есть видео, где я чистила ему стиральную машинку и даже швы между плиткой. И справляется он изумительно. Скидки на освежитель 99 рублей. Практически постоянно они такие у нас. И на лето можно попробовать тропический бриз. Я еще такой не пробовала. У меня сейчас нейтрализатор запахов, и он мне, в принципе, нравится по аромату. Как кончится, я попробую какой-нибудь новый. Вот гид по 10-му каталогу у нас с вами получился. И теперь у нас изменяются условия акции для новичков. Смотрите, 1000 рублей, все, больше не будет. Поэтому, кто не успел воспользоваться, воспользуйтесь обязательно. Скидку на регистрацию я оставлю под видео. Смотрите, регистрируемся на сайте с 1 по 22 июля. Шаг второй. Делаем заказ на сумму 1499 рублей, 1500. И в следующем периоде получаем за 1 рубль вот такой вот шикарный набор для дома. Цена в каталоге 458 рублей. Это со скидками, со всеми уже. Здесь у нас ультракондиционер с аромакапсулами или кондиционер бальзам для белья. То есть мы выбираем на выбор вот эти три средства, да, и два порошка нам на выбор. Универсальный стиральный порошок для цветного белья. А, для цветного или универсальный? Я вам советую универсальный, он мне нравится больше, чем оранжевый. Вот такие подарки будут за регистрацию. Замечательные средства для дома, для стирки. Если вы думаете еще регистрироваться или нет, то, конечно, регистрируйтесь. Попробуйте позаказывать сами, попробуйте продукцию. Ну и на этом все. Спасибо за просмотр. Всех люблю. Пока-пока.